Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это безумный Far Cry 1. Итак, мы с вами, как вы догадались, уже на финишной прямой к финалу просто. Вот. Но только вот эту финишную прямую нужно преодолеть. Нужно как-то вот нам преодолеть. В комментах вы, короче, написали попробовать пробежать пешочком там по бревну, короче. Ну, бляха, не знаю. Я сейчас, короче, попробую подъехать чуть поближе. Попробую расстрелять там, которые вот недалеко с пулемета. На машине, конечно, уворачиваться сложновато. Не-не-не-не-не-не, не прокатит. Не прокатит. Блеха, вот на машине, я не знаю. Вроде как бы на машине какой-то есть, знаешь, шанс прогнаться. Хоть какая-то защита. Но пешком, я думаю, это просто фирменное самоубийство. Вот, это реально. Вот. Не знаю. Просто надо понять, куда ехать, куда. Этих тварей, их... А по бревну я смогу проехать-то вообще по бревну? Где вообще бревно? О, бревно. Тихо, тихо, это что такое? Жесть. Что там ко мне пристал? Окей. Я не знаю. Вообще не знаю. Почему мост сломан? Зачем сломали мост? Давай, 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 умирай. Бляха. Нет! Почему этим мутантам пофиг на лаву? Давай, давай, умирай, 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 умирай. Да сдохни ты уже! Они еще. Прикинь, с пулемета по ним херачишь, они даже. С пулемета не дохнут. Я еще так сохранился, короче. Вообще шикарно с этим биноклем. Попробовать, может, отсюда как? Тихо, погоди, может. Куда поехала? Куда поехала? Стой. Попробовать, может, я не знаю. Вот смотри, сколько их там. Просто. Просто капец. И все с этими, с гранатометами. Попробовать, короче, так их обстрелять, я не знаю. Но это я буду долго сейчас херачить так. Я думаю, это тоже не варик. Я все патроны сейчас истрачу. А куда у меня машина делась? Вот. Это, конечно, просто. Это похлеще, чем тот момент с пулеметом. Или ждать, пока они там друг друга, короче, перемочат. Я так понял, как вы написали в комментах, мне надо вон туда. Не знаю, как это. Яха. Все, они сагрились, короче, на меня, и я не знаю. Уйди! Опять лаву. Был бы какой-нибудь, не знаю, трамплин. Вот разогнаться и просто перепрыгнуть. Погоди, а может и есть? Может, все-таки есть трамплин какой-то? Надо искать лазейку.
Погоди, надо искать лазейку. Е! Погоди, все, куда-нибудь! Там, там лава! Куда-нибудь! Уйдите с дороги! Там лава, и тут лава! Погоди, это дорога? А тут лава! Погоди, я перепрыгнул! Ну-ка. Может быть это шанс? Мне надо, короче, перепрыгнуть и выехать на дорогу. Где там трамплин был, который я... Леха, камень! Быстрей. Вот, трамплин. Есть. Дорога! Да нет! Тут надо, короче, тоже разогнаться, наверное. Тут тоже надо разогнаться. Почему нет закиси у машины? Погоди, еще раз. Окей. Так, уже движ какой-то есть. Ну-ка. Хлоп. Отлично. Так. Здесь надо понять просто, куда. Ай-яй-яй-яй-яй. О, да. Я правильно же выехал? Отлично, сохранка. Все, валим. Куда-нибудь, идите нахер. Все, жопа всех. В смысле, погоди. Что, блядь, происходит? А куда? Куда мне бежать? Иди нахер. Мне надо спрятаться. Следить за местностью. Фу, бляха. Жесть. Да ну нахер. Получилось, что ли? Ты прикинь, у меня сердце сейчас вот так вот херачит просто. Бляха. Готов. Давай. Сейчас я их покромшу. Покромшу я здесь сейчас всех. Готово? Куда он пропал? Здесь я. Оп! Готово? Тихо. Охренеть их здесь. У меня жизнь не просто кобзда. Леха, где? Есть кто? Кто еще где стреляет? Там кто-то прыгнул. Я видел. Я тебя видел. Готов. Там еще один где-то. Ну-ка. Нужно аккуратно, просто аккуратно. Как это я заберу? Бляха, вот где-то здесь еще. О, вижу. Все кнопки, бляха, перепутал. Ох ты, мать твою! Еще и с базукой-то, нихера себе ты! Ну-ка. Окей. Да сколько? Ты смотри, сколько их там. Готов. Мне патронов на всех не хватит. Ну-ка. А там он на радаре, у меня еще точка есть. Но я его не вижу. Ну-ка. Вон он. Так, а снайперки у меня нет, бляха, да? Вот я его вижу. Слышь ты, стоял же забагованный, мать его. Ну и куда ты там свалил? Бляха, выходить опасно. А он туда убежал. Погоди, а он где-то... Он бежит, вон он. Еще. Или это он же? Бляха.
Это живой он там двигается, или там просто труп скатился? Нет, шарохается. Но это не тот. Какой-то другой. Тут на месте, короче, что-то кружится там. Но если я сейчас выйду, он меня начнет по мне палить. Это как пить дать. Так, ладно. Опа. Опа, сохранка. Аллилуйя, это просто рай. Блеха. Кто где? Для тебя все кончено, ублюдок. Да в смысле? Фу, говнюка. В обход, наверное, побежал, да? Ух ты там с пулеметом, ты видишь? Нихера, хорошо он не палил. Хорошо он не начал стрелять. Тихо. Там чел с пулеметом, короче. Что за чертовщина? Так, а больше нет, да, это броника, бляха. Я не успел взять, меня сняли, короче, броник. Есть еще кто здесь? Вон он. Так, все. Загасил. Опа-па-па-па-па-па. Какой. Оп. Какой, а? Так, наверное. Я хз. Может быть все, может быть нет. Так, ладно. Тут у меня все собрано. Тут ничего нет. Мне нужны эти... Броник. Мне срочно нужен броник. Сейчас по кусочкам пособирать. Аккуратненько. Вон сколько броников лежит. Здесь никого, да? Так, хлоп. Почти целый броник собрал. Отлично, отлично. Не вон туды. Получается. Фу, бляха. Это жесть. Это жесть. Тихо, 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 выбежал такой резвый. А ну, а ну. Один был? Так, окей. Найдите Кригера в его лаборатории. Ладно. Ох ты, мать твою. Отлично. Отлично. Так, что у меня там вообще по оружию? Надо перезарядить все. И все, что ли? А от этих, от этого нету патронов, что ли, больше? Ладно, окей. Ты ничего там не видишь? Это он! Отлично. Засада, блядь.
Еще и хрен пробьешь их. У них броня вообще жесткая стала. Иди нахер! Жизни, 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 быстрей! Мы его потеряли. Так. Ладно, не буду менять патроны. Ну, эти, оружие. Что это было? Так. Погнали. Минус два. Так, с щитом готов. Второй с щитом готов. Отлично. Ох ты, нихера! Какие они просто обезбашенные. Ты прикинь? С базуки в здание. Да бляха! Какая нахер граната? Это ракета. Твою мать, ублюдки! Уйди нахер! Быстрее открой дверь! Хера, они просто такие обезбашенные люди. Ты прикинь? Так. Ну, погнали. Раз. Два. Три. Готов. Так, вот это у нас по бронебойней, да? Бляха, ну что ты тут творишь-то, ну? Да ублюдки! Какие нахер ракетницы в здании, вы чё? Бляха. Ага. Да кобздец, ну! Уйди нахер оттуда! Взяли привычку... О, ракетница, ракетница, готов! Взяли привычку в упор подходить. Уйди ты нахер! Да в смысле? Там один с ракетницей был или их было несколько? Охереть просто, ты прикинь? Что здесь произошло? Да здесь жопа творится, если ты не заметил. Тут просто месиво. Бляха, еще живой. И еще кто-то есть. Ну-ка, где? Кто-то говорил же этот, типа, этот друг там, ты жив там или что-то еще? А, где-то меня видит. Да умирай! Да в смысле? Да что ты будешь делать-то? Почему последние, они всегда какие-то хрен убьешь просто? Собаки, бляха, уроды, меня бесят. Грамм. Готов. Не надо найти этого, короче. Бляха. Мне надо найти, короче, этого с базукой. Да в смысле? Да сдохни ты нахер. Да уроды. Быстрее, перезаряжай. Вот они, смотри, просто отчаянный. В упор подошел и с базуки херачит. Вообще молодец, красавчик. Бляха, граната. Ну?
квестов. Там еще есть. Бляха, вот выглядывать это опасно очень. У меня жизни просто капец. Ну где ты там? А эта дверь-то откроется? Я могу вернуться назад? Бляха, прикинь, я не могу вернуться назад. Охренеть! Охренеть! Я думал, я смогу вернуться назад, короче, и это... Взять аптечки. Погоди, все, больше нет здесь никого? Да ладно. Пожалуйста, ну откройте дверь-то, ё-моё. Полная жопа. Аптечка! Ёпти мать, а! С тобой все хорошо? А как по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это босс? Он прыгнул в форме, я начал херачить. Это босс? Охренеть. Ну погнали. Давай, 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 давай. Просто. Гранаты, бляха, полетели. Давай, 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 сдохни. Хера, он просто... Он неубиваемый. Он неубиваемый. Это дичь. Я не знаю, как его убивать. Надо вот с этой штуки. А у меня гранат нету. Бляха, они закидывают меня гранатами, это нечестно. Это нечестно. Вот. Это просто жесть. Сколько там вообще этих наемников? Может мне попробовать перебить сначала наемников, а потом заняться дядькой? Типа, чтоб не мешали, а? И они все в масках, короче. Готов. Бляха, гранаты опять прилетели. Ну ёпти мать, ну. Задрали меня со своими гранатами, падлы. Давай, 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 речи. Бляха, опять граната прилетела, ну. Ничего не заметил? Нахер. На нахер. Давай, 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 резче. На нахер. Хера меня отнесло. Это я так сам себе. Я со всех, со всего, со всего, просто со всего. Ну, это просто невозможно. Как? Они просто целой кучей, короче, фигачат в меня всякими гранатами, всякой дичью.
граната! Смотри, граната опять. Ну, как? Вот как это проходить? Просто жесть. И он не бежит ни хера, блёха. Идет просто вот пешочком. По нему стреляют, ему похер, он идет пешочком. Мудак, сука. Это мы.